на баяне. Федя очень хорошо играет на баяне, на аккордеоне. Ну а я как получится. Им нравится. Всем отличного дня и хорошего настроения. Федор Емельяненко намерен провести свой последний бой против Райана Бейдера при одном небольшом условии. Об этом сказал сам глава лиги Беллатор Стив Кокер. Федор желает провести следующий поединок против Райана Бейдера, если тот выиграет Валентина Молдавского. Так он мне сам сказал, вещает президент промоушена. Бой между Молдавским и Бейдером состоится на турнире Беллатор 288 29 января и станет главным событием вечера. Российский боец является временным обладателем пояса в тяжелом весе и теперь твердо намерен забрать полноценный титул у американского бойца, причем сделать это в первом раунде. Если кто не знает, Молдавский представляет команду Федора Емельяненко. Напомню, ровно 2 года назад последний император потерпел поражение именно от Райана Бейдера. Бой проходил в рамках финала Гран-при. Позже за Федора отомстил Вадим Немков, удосрочив американца уже во втором раунде фиктивным хай-киком. Вадим, кстати говоря, также является бойцом из команды Федор Тим. Недавно Стив Кокер упоминал прощальный бой Емельяненко, и он не исключает, что организует его именно в Москве. Федор после своего поражения от Бейдера сумел реабилитироваться в боях против Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона, причем в обоих выиграл нокаутом. В это время родной брат легендарного бойца Александр поделился своими инсайдами касательно своего, пожалуй, самого принципиального противостояния. «Я уже не единожды говорил, что наш бой с Дациком точно состоится. Он запланирован на середину либо конец марта. Наши менеджеры уже имеют договоренности», – заявил АЕ. Подпишитесь на канал и не скупитесь на лайки. Пишите ваше мнение в комментариях, хотели бы вы увидеть прощальный бой Федора в реванше против Бейдера.